Всем привет! Что, вот у нас снова неделя, а это значит, настало время объявить очередной воскресный розыгрыш. И на этой неделе в воскресном розыгрыше у нас участвуют Desert Eagle, городской щебень, автомат Галиль, сигнал и МАГ-10, проклятие. Условия все будут в описании под видосом, поэтому читайте, выполняйте и побеждайте. А я, собственно говоря, начинаю то, ради чего и записываю этот ролик. В общем, сегодня решил не заморачиваться, закинул на баланс 200 вот этого сайта Case Battle, промокод на 23%. Спасибо подписчику, который мне его скинул. Ты красавчик, ты лучший просто. Вот, и что сегодня будем делать? Что мы сегодня будем делать? Амонги у нас, из амонгов у нас доступны только 3. Поэтому полноценного кейсомера сегодня у нас по амонгам не получится. Откроем 3 и посмотрим, кто же из 3 будет круче, бог червей. Заебись. Вот это мне как раз у меня... Я подоиздержался опять, зашел сегодня, смотрю скины. Думаю, ёб твою мать, разыгрывать-то нечего. Нечего разыгрывать-то. Думаю, надо ж выбить. Нет, ты мне не пойдешь. И розочка, желтенький. Ах, желтый. Что такое? Взгляд в прошлое. 85, тоже нормально. Тоже нормально. 130 есть. Так, я тут, короче, кейс нашел. Звезды. Наконец-то я нашел кейс, про который мне писали. Давай вот его откроем и посмотрим, что же может с него выпасть. Что это такое? Ну, вообще мне это не втыкает. Давай еще разок посмотрим. Еще... Ой, что-то темновато как-то, да? Еще дадим шанс Зиги. Ну, ничего. Реабилитировал ты себя. Ты себя реабилитировал. И у меня как раз на 10 сильверов есть. Я вот просто думаю, что, блин... Сколько? 234 есть. 200 докинул, 234 есть. Так, а что у нас тут есть? Есть... Бог червей есть. И вот это есть, да? Взгляд в прошлое есть. 2 скина. Бля, ну в принципе у меня тогда еще скинчики-то есть. Давай мы тогда сейчас, короче, сделаем. Почему это все продадим? Мы это все продадим. А, давай мы... Ну, пока что у нас самый крутой оказался зеленый. А вот эти... Еще дадим по шансу этим. Сейчас еще дадим по одному шансу им. Посмотрим, что... Поношенный. 19. Ну, зеленый, ты меня огорчил. Ох, ты меня огорчил. Я тебе дал шанс еще быть лучшим. Ну, это рубли 70, да? 64. 64. Ну, по крайней мере, ты его купил. И что желтый покажет нам? Что покажет, что расскажет? Жар. Как-то не особо они дают. Что-то как-то не особенько дают. Так, что мы тут можем еще? Сколько тут? 340. Черепах. Раз, два, три. 4 черепашки открыть. Так, давай мы тогда еще по одному шансу даем амонгам. А потом, если что, черепах пооткрываем, посмотрим. О, это хуйня. А, нет. Это, по крайней мере, я купил. Ладно. Сверхновая за 60 рублей. Она что, прям с завода, что ли, была там? Близкая опасность. Ну что ты, розовый? Ёб твою мать. Что ты такой сегодня, скряга? Скряга розовый, мудак. Призрачный фантик. А, фу ты, блядь, фанатик. Призрачный фантик. Раз, два, три, четыре. Давай-ка посчитаем. Четыре. Сука, у меня на 4 кейса-то, по сути, и не хватает, да, открыть? На 4 не хватает. Да, лах, давай. Посмотрим, насколько хватит. Ну, разъяренная толпа нормально была бы. А что падает? Ворона. Ну, блядь, ворона ты. Так, Мик, Майк, чмошник.
Ну, короче, зеленый в любом случае топчик на сегодняшний момент из Among Us. Майк пока чмошник. Ну, как чмошник? Я вообще даже не знаю, может, он топчик будет, оказывается. Я черт его знает. Рисотрон. Ладно. Раф пока тащит. Че у нас? Леоч. Франклин. Лео пока в лидерах. Ну, а Донни что нам скажет? Донателло. Дон. Это хуйня, да? Нет. Ну, по крайней мере, этот у нас... Так-то они найсовые. Ништячковые. Давай продадим, еще дадим по шансу. Ну что, я Амонгам давал, а что этим не дать-то, да? Может быть, Майк исправится. Посмотрим. Ой, Майк, дружище, пиццеед ты. Не хочешь исправляться. Ты, Майк, лох. Майк, ты лох. Пошел ты нахер, Майк. Ты чмо последнее, Майк. Раф, ну ты там нормальный пацан. Да? Капилляры. Фу ты, блядь. Все вы, пацаны, вы упали в моих глазах. Леонардо, может ты? Ня. Ну, Донателло. Только на тебя надежда вся. Только на тебя. Да. Да уж, черепашки. Черепашки вы... Нехорошие, короче, я хотел там слово такое сказать. Чума? А чё из чумы падает? Не знаю, что падает, давай откроем. Так, посмотрим, в общем. Побалуем сюда. Пульс. Сотка. Рубль, сука, наварил. Нормально, да? Нормально, рубас наварил. Чё, как чума-то было? 99, ох ты, я на рубль поднялся. Так, давай еще Амонгам. Как раз на 3 Амонга хватает. Дадим шанс, посмотрим. Еще шанс Амонгам. Не хотят. Вообще не хотят, понятно. То есть, они как бы не хотят себя реабилитировать совсем. Вообще не хотят. 60 рублей, да? 64. Не, ну пока круче зелени никто не дал. Это же зелень, да, по-моему, самый максимальный скин мне дала. Чайка, лети отсюда, да? Goodbye. Ох ты ж. Так, давай мы сейчас попробуем открыть 3 раза зеленый. А потом попробуем что-нибудь, может, заапгрейдить. Ну, похуй, давай 3 раза зеленый откроем. И посмотрим, что. О, да, уж. Расслабился, зеленый. Ух. Это 60, да? Это 60. И чё? Апгрейд. Давай в апгрейд, короче. Сколько получается? А, блядь, не в апгрейд, контракт. Сколько тут? Либо за 40, либо что-нибудь под... 109 ставим. Что получаем? 113 получаем, да? 5-7 послен. Ну, маленечко поднялись, да? Ладно, продаем. И... Сука, зеленый. Вот я тебе даю еще 2 шанса, зеленый. Давай. Не, он не хочет им пользоваться. Он не хочет пользоваться моим великодушием. Вообще не хочет, поняли? Он говорит, иди ты нахер. Ласка. Да. Была у меня такая ласка. Продаем. Зеленый. Давай. Да пошел ты нах. Да ты охерел, что ли? Два. Еще на 2 раза, да, только хватит. Угу.
Золотое правило вовремя останавливаться никто не отменял. То есть у нас есть шанс, да? То есть зеленый, ты меня задолбал. Я хочу от розового что-нибудь получить. Потому что ты зеленый мудак. Принудитель, да? Так, ладно. Давай мы тебе еще раз шанс дадим. Что ты мне тут скажешь? Не, мне не такой ответ дал. Еще шанс. Мне вообще не такой ответ от тебя нужен был. Ну и еще разок. Слить так слить все. Тут. Точно. Близкая опасность. Ты что, сука, других не знаешь? Ситмит дал бы и все. Че ты? Что ты мне ситмит не дал? У 18 рублей, ого. Кто бы мог подумать. Рубль. И... Все, не хватает. Короче, не буду ничего делать. Ну, вот такая вот хня, пацаны. Все сами видели. В принципе, как говорит, вовремя остановиться, да, то есть и можно и нажиться. Вот, ну, как бы... Сегодня у меня не было такой цели остановиться вовремя. То есть была цель покрутить, посмотреть. В принципе, он до определенного момента дает. Поэтому этим можно пользоваться, использовать. Ну, как говорится, сраный азарт. Сраный азарт. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Всем пока и до новых встреч.